Такая вот у нас мотособака с лыжным модулем. Он идет шикарно, прям вообще шикарно. Ну, конечно, с мото этим С Бураном не сравнишься. Ну, снег вот нормальный, такой сантиметров 30. Там вот я ехал. Глубокий снег вообще прям идет неплохо. Без модуля было тяжелее, конечно. С модулем идет. Рыбки я сегодня наловил. Вон они, рыбы мои. Всякие разные. И окуни, и чебаки, и уклейки. Все подряд. Печку вожу с собой, вот такую вот буржуйку. Два корыта, удобно. В один вечер, в другой печку, чтобы ничего не моралось, ничего не билось. Движок пятнашки стоит, лифановский. Такой вот модуль, что даже свет горит. По снегу идет неплохо. Ехать можно. Вот сейчас поеду в Пухляк, буду снимать потихонечку. Поеду сейчас вот туда вот. Пойдет. В горку натяжка есть небольшая, а так он нормально висит, хорошо на снегу. Вот проехались по полю. В общем, мотособака вот с этим лыжным модулем — отличная техника для рыбалки. Вот дед Женя у меня все его модернизирует, то там, то там что-то подделает. Ну, батя мой. Такая вот техника интересная.